Доброе утро! Надеюсь, у всех хорошее утро и хорошее настроение. А сегодня я иду к подруге в гости и хочу для нее сделать букет из цветов из моего сада. Я не профессиональный флорист, но я люблю работать с цветами. Я думаю, моей подруге будет приятно. Самое лучшее время для того, чтобы срезать цветы для вас, это утро, потому что в это время высокое содержание влаги и питательных веществ в растениях, а это всегда продлевает их свежесть. И еще, что вы можете сделать для того, чтобы продлить свежесть цветов в вазе, это в воду добавить три вещи – сахар, лимонный сок и хлорку. Сахар для того, чтобы питать цветы, лимонный сок для свежести и хлорку для того, чтобы в воде не размножались бактерии. От бактерий вода в вазе становится мутной. Я буду делать букет асимметричной формы в таком свободно-садовом стиле. Посмотрим, что получится. В качестве наполнителя в моем букете я буду использовать веточки индийской сирени. У нее такой темно-фиолетовый окрас, будет очень хорошо смотреться. Ветки этого вечно зеленого кустика тоже будут использованы в букете. Sunshine Lagastrum. Неприхотливый кустик, желтый на солнце и зеленый в тени. Я его тоже буду использовать в букете. Для букета я буду использовать цветы Limelight гортензии. Сейчас осень, и у нее вот такой розоватый оттенок, смешанный с зеленым цветом. Основной цветок в моем букете будет вот такая цинния, в таком малиновом цвете. Purple Fountain Grass. Я тоже его буду использовать в этом букете. Я его уже срезала с куста. И какие-то из них я засушу, что-то буду использовать в букетах.